Умные, сильные, здоровые и, конечно, счастливые. Именно такими должны быть все дети. В этом уверена уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Океанская. Главный праздник мальчиков и девочек в День защиты детей в Центре культуры и отдыха традиционно награждают благодарственными письмами и грамотами самых выдающихся молодых жителей Текстильного края. Мы хотим сегодня напомнить, что главное право ребенка – быть ребенком. Давайте, взрослые, сделаем так, чтобы наши дети улыбались, были счастливы, жили под мирным, честным, чистым небом. Благодарственные письма от уполномоченного по правам ребенка вручали ребятам, которые достигли высоких результатов в творчестве, спорте, учебе или общественной жизни. Многие из них с молодых ногтей упорно добиваются поставленных целей. Анастасия занимается тхэквондо уже больше 7 лет. За это время завоевала не одну спортивную награду. В этом году я стала призеркой мира, чемпионкой России, в прошлом году призеркой Европы. Спорт для меня сейчас главное в жизни, то есть между учебой и спортом я выберу спорт. За активную общественно-патриотическую работу награду из рук детского омбудсмена получили представительницы школьного волонтерского отряда из Лежневского района. С сентября прошлого года девушки занимаются реставрацией памятников на воинских захоронениях. Одна из главных задач у нас была найти архивы, где были имена и фамилии красноармейцев, которые погибли, потому что на территории нашей школы в военные годы был госпиталь, где сначала принимали красноармейцев, а потом военнопленных. Все эти молодые юноши и девушки в своем нежном возрасте тратят время с пользой и достигают определенных результатов. Главная задача взрослых – поддержать детские начинания и всячески их защищать. Максим Серебряков, Михаил Кенгуров, РТВ, Иваново.